Удивительно солнечный, теплый зимний день мы с моими подругами, с двумя Галинами, ходили на ювелирную выставку «Самоцветы на Кузнецком». Да. Солнце, улица. И после выставки мы решили зайти в кафе. Это уже стало нашей традицией. По дороге, там же на Кузнецком, мы заскочили в художественный салон полюбоваться замечательными работами. Ой, а можно я вот эту? Вот мне это больше всего понравилось. Пожалуйста. Я не знаю, из чего они, интересно, делают дерево. Это? А, дерево. Только остается восхищаться людьми, которые так красиво все делают. Господи, дай Бог им счастья и здоровья. Какие молодцы люди, Господи. Городские пейзажи, конечно. Ну да, вы же художник у нас. Смотрите, какая девушка сирене, там розовая сирене. Я решила и вам показать эту необыкновенную красоту. А вот и малахитовые шкатулки, пришедшие к нам из сказок Бажова. Этот день был не похож на холодный февральский день. Он был по-весеннему яркий, солнечный, теплый. И, конечно, он просто не мог обойтись без цветов, хотя искусственных. И мы решили отметить нашу встречу тоже в каком-то необыкновенном месте, в каком-то интересном ресторанчике. И мы попали при посольстве в Молдавии в такой чудесный ресторан, который напоминал молдавскую избу. С чудесными маленькими окошками, с официантами, одетыми в национальные костюмы. Здесь звучала молдавская музыка, созвучно нашему чудесному настроению. Вот, вот именно, у меня в темноте снимают, кстати, на этом. А что туда входит? Прекрасно. Бизнес-ланч стоил всего 380 рублей, и мы решили остановиться на нем. А домашнее вино у вас есть? Есть, как же. Красная, белая, полусладкая. Сколько? Бокалы или кувшинчики? На закуску был винегрет с очень вкусными солеными грибочками. Я что, на сливы здесь? Нет. 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 Малина, конечно. Давайте, девчонки, отметим нашу встречу. Давайте. Как здорово, что все мы здесь сегодня. Открыли сезон. Открыли сезон. Как я счастлива вас видеть, девочки. Как я счастлива. Просто счастлива. И от солянки, и от шницеля мы были в восторге. Очень хорошая кухня, и мы вам тоже советуем, если вы окажетесь в этих местах, обязательно ее попробовать. Грибы, морковка, лук, какую-нибудь зелень. Чтобы...
Уютный вид залу придают и белая кружевная скатерть, и красивый яркий ковер ручной работы, и печка в углу. И фарфоровые статуэтки Солохи в платке, и фигурки за околицы молодого человека с девушкой. Очень симпатично. И горшки, и кувшины, украсившие белоснежные полки, и множество картин на белых стенах. И даже шкафчики с яркими розами на дверцах. А какой здесь выбор вина? Милые дамы, заранее прошу прощения, но я не могла не снять эту дамскую комнату. Посмотрите, какой красивый красный цвет везде. Полочки, полотенчики, черное красивое старинное зеркало, картины на стенах. Мне нравится красный цвет, их веселый. У меня платок же я такой купила. Я все думала, планетарий, мне надо его снять. Это храм. А потолки какие деревянные. И посмотрите, какой красавец мужчина. Съемки на прощание. Мы прощаемся с этим гостеприимным местом и прощаемся друг с другом. Меня настолько впечатлил интерьер ресторана «Молдова», что, увидев на улице девушку с ярким рисунком на рюкзаке в том же стиле, я решила его заснять. Рюкзак оказался испанской фирмы «Дезекваль». Спасибо. А я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. До следующей встречи. Счастья, удачи, здоровья.